Размен $100. Красотка, да? Я в последний раз по-хорошему тебе говорю. У меня сложные жизненные обстоятельства. Мне надо выиграть. Я сделаю все, что в моих силах. А что в твоих силах? Соблюдать правила игры. Ну-ну, соблюдай, но я предупредил. Срежьте, пожалуйста, колоду. Благодарю. Ставки сделаны, спасибо. Три короля. Ну все, я предупреждал. Молись, дрянь крашеная! Вот ваш чай. Красивые у тебя детки. Вот тут, чтобы не сглазить. Евгений и Евгения. Женька и Женька, значит, интересно. Не пойму, на кого похожи. Два отца. А, точно. Теперь разглядела, точно папка. А вот и я чайку принес. Спят? Не хныкали? Нет, быстро уснули. Что ж, попутчики, к чайку и прянички. И не страшно вам, ребятки, сорвались с насиженного места с детьми в чужие края, в большой город. А что оставалось? Шахту нашу закрыли, и другие закрывают. Работы нет. Mm-hmm. А в городе у мужа брат в троллейбусном депо обещал устроить. Общежитие полагается. Ничего-ничего. Руки-ноги есть. Я к работе привычный. Проживем. Пожалуйста, ваш выигрыш. Игра закончена, смена крупье. Добрый вечер, новый крупье. Кто там? Это я, Клавдия. Заходи. Здравствуйте. Ну вот, пришла попрощаться. Значит, все-таки уходишь от нас. Угу. Ну что ж, давай прощаться. Прошу. Прошу. Спасибо. Эх, Клавдия, Клава, дорогая наша Клавочка. Вот вроде бы все я про тебя знаю. Знаю, что деньги все эти годы копила. Знаю, что дело собственное закрутить хочешь. А все равно, жалко мне с тобой расставаться. Семен Семенович, вы же знаете, у меня планы по жизни. Не перебивай старших, особенно во время тоста. И про планы твои знаю. Знаю, что все у тебя получится. А еще знаю, хорошо, что ты из нашего города уезжаешь. Ну, не хватало нам еще такого смышленого конкурента под боком. Ну, за твой успех на новом месте. Спасибо. Значит, в провинцию едешь, Клава? Еду. Город хоть провинциальный, но большой. Райцентр, 70 тысяч жителей. И ни одного игорного заведения. Я там уже с местным начальством договорилась. Договорилась, да? Угу. Но это ты умеешь. И почем теперь стоит... С районным начальством договориться. А какая вам разница? Главное, что все документы уже в кармане. Завтра утром еду. Хочу расчет получить. Да, имеешь право.
Вот, держи. Все до копеечки. Зарплата, проценты. Можешь не пересчитывать. Не буду, вам верю. Но не забудьте, вы еще обещали оборудование списное отдать и помочь с исполнителями для шоу-программы. Не забуду. Ну, братцы, на пасашок. Как-то все будет. Все будет хорошо. Угу. Ложись спать. Я пойду покурю. Угу. Порядочные люди сначала здороваются. Ага. Это я-то непорядочная. Угу. Что за гнусные намеки, Петрович? По-твоему, если девушка сама себя зарабатывает на жизнь, работает в казино, она непорядочная? А я что? Я ничего. Смотри у меня. А то я другого водителя нанять могу. За 100 баксов я посмотрю, кто поедет 500 верст. Угу. Почему ты сказал, что я непорядочная? Ну а что ты не поздоровалась? Ну, здрасте тебе. И тебе того же. Ну что, поехали? Ага. К мечте, к независимости. Вперед! Ой! Я на дорогу смотрю. Ой, а я так решила. Поставлю бизнес, раскручу казино, при нем ресторан, потом филиал открою, ферму. И овощи, и фрукты, что все свое было. Петрович, а иди ко мне на работу водителем. Я тебя завгаром назначу. Чтоб я на бабу работал? Никогда. Террористических. Здравствуйте. Минералка холодная есть? Есть. Мне бутылочку. Сегодня на рассвете в 400 километрах от Москвы произошло крушение пассажирского поезда. Состав сошел с рельс, несколько вагонов рухнули в реку с 50-метровой высоты. В министерстве по чрезвычайным ситуациям нам сообщили, что на месте аварии ведутся спасательно-поисковые работы. Точное количество пострадавших пока не называется. Движение на значительном отрезке пути парализовано. Это ж совсем недалеко отсюда. В субботу вечером в шахте Южно-Донбасская номер 1 воспламенился ленточный конвейер. И от газов, распространившихся от подземелья. Петрович, ты представляешь, тут недалеко ночью было крушение поезда. И жертвы есть? Полно. Вот так живешь-живешь, ой, вдруг бац. Извините, граждане, тут ночью железнодорожная катастрофа произошла. Все перекрыто, придется в объезд по проселочной дороге.
Подъезжаем уже. 20 километров осталось. Остановись-ка на минутку. Что-то мне укачало немного. Укачало? Ясно. Белом свете. А, я пройдусь, Петрович, ладно? Давай. Продавшую привезли. Нужно ее как-то оформить. Ну, заходите. Значит, фамилия девочки Филатова. Да, она сама так сказала. И сказала, что ехала вместе с мамой, папой и братом. Да. Горе-то какое. Говорят, целый поезд с моста в реку упал. Удивительно, что девочка осталась жива. Мы все проверим. Случай, конечно, уникальный. Вы обнаружили ребенка в 10 километрах вниз по реке от места крушения. Чудны твои дела, Господи. Граждане, прочитайте, потом внизу напишите с моих слов записано верно и подпись. Здесь? Здесь. О. Давай. А что теперь будет с девочкой? Будем искать родственников. Состояние ребенка, в общем, удовлетворительное. Есть простуда вследствие переохлаждения. Ребенок долго находился в воде. Девочка напугана и постоянно спрашивает про своих родителей и брата. Но, в общем, неплохо. Угу. Будем наблюдать. Хорошо. Ну, спасибо, Петрович, что довез. Да ладно, чего уж там. Слушай, я просто успокоиться не могу. Вот приключение, да? Угу. А вдруг у нее никого живых не осталось? Да нет. Не для того ее судьба пощадила, чтобы сиротой сделать. Да? Да. Наверняка кто-то в живых остался. На худой конец, может, родственники какие-нибудь найдутся. Ну-ну. Ну, пойдем. Ты чего? Я вот что. Знаешь, задержусь-ка я в этом городишке на пару дней. Ну что, я все-таки не чужой человек этой девчушки. А потом мало ли что понадобится. Деньги, кровь. Какая кровь? Для переливания. У меня первая группа. Всем подходит. Уважаю. Ладно, чего ж там. Ну что, в этом вот задрипанном городишке собираешься свой бизнес развивать? Сначала бизнес начать надо. В Москве 14 часов.
Здрасте. Здравия желаю, товарищ капитан. Доброе утро, граждане. Мы после обеда собираемся девочку навестить. Удалось ли что-нибудь выяснить о судьбе ее родителей? Я еще вчера сделал запрос, ожидаю ответа. Ну, прекрасно. Будут новости, сообщите нам, пожалуйста. Мы остановились в гостинице. Я в самом лучшем номере, 9-м, а Петрович на 1-м этаже, 4-м. Гостиница у вас так себе. Ну ничего, я как-нибудь разберусь с этим вопросом. Потом. До свидания. До свидания. Папка, мы тебе завтрак принесли. Во-первых, здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здрасте. А можно пистолет подержать? На. Давай поешь. Уходишь на рассвете, не завтракаешь. Приходишь за полночь, не ужинаешь. Святым духом питаешься. Алёшка, ну-ка пойди погуляй, пока папка покушает. Пистолет оставь. Серёжа, сынок, у нас никогда нет времени поговорить. Случилось что-нибудь, мама? Нет, ничего нового не случилось, просто жизнь продолжается. В смысле? Серёжа, жену не вернешь. Она умерла 5 лет назад, а ты до сих пор носишь обручальное кольцо. Мам, я не хочу об этом говорить. Спасибо, очень вкусно. Не хочет говорить. И не говори. Живи, как знаешь, гробь свою жизнь. Только учти, я не вечная. Я умру раньше тебя. И с кем ты останешься? С Алешкой? Так у него будет своя жизнь. Сын отрезанный ломоть, ясное дело. И будешь ты стариться на своей работе. Станешь генералом. И даже главным прокурором. И песок посыплется из тебя. И вытурят тебя на пенсию. Вот тогда ты и завоешь на луну от одиночества. Ну хорошо, хорошо, мама, я все понял. Ничего ты не понял. Пирожок возьми. Угу. Я тут тебе бутерброды оставляю. На обед съешь. Угу. Мы пойдем, дела у нас. Здрасте. Здравствуйте. 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 Не ест ничего, молчит. Про родителей спросит и опять молчит. А температура есть? Сегодня с утра была нормальная. Какая? 36,7. А что не ест? Может, невкусно? Нормальная больничная еда. Все едят. Привет, малышка. Женечка! Ты узнаешь нас? Это тетя Клава, а я дядя Петрович. Мы тебя привезли вчера сюда. А где мама с папой? А где братик Женя? А смотри, что мы тебе принесли. Смотри. А вот, тут он. Вот торт вкуснянский. Игрушки вот. Бананы любишь? Жень, надо есть. Надо. Торт, знаешь, его с чаем? Или так просто? А хочешь чего другого? Мы тебе сварим. Или пожарим. Ну, что тебе принести? Наверное, вам лучше зайти в другой раз. Ну, хорошо, мы заглянем в другой раз. Возможно, скоро будут хорошие новости. Или какие-нибудь новости. Вот. До свидания. Угощайтесь. Спасибо. А, смотри, курица в зеленке. Больная или раненая? Нет. Это хозяйка пометила, чтобы потом можно было кур отличить. Серьезно? Ага. Если эти зеленки других что, йодом или синькой мажут? Петрович, ты задаешь мне такие вопросы, ответы на которые я не знаю. Ой, ладно, у меня дела, я пойду. Я с тобой. Видал, какая капуста, а? Дешевая. А мясо видал почем? Угу. Народ здесь, конечно, не пуганный, но зато мало пьющий. Да? Сравнительно.
Здравствуйте, хозяйка! Мы тут с хлопцами это работаем. Кто это? Бригада строителей. Ёксель-моксель. Строители-подпольщики. Работай тихо и совсем незаметно. Сейчас я разберусь. А что здесь? Я здесь открою казино с рестораном «Самбо Ривьера». Самбо? В мексиканском стиле. Вот только ремонт закончу. Что здесь происходит, мать вашу, а? Вы почему не работаете? Так это, обед. В 11 часов утра? Вы что должны были сделать, паразиты? Мусор убрать. Правильно. Сегодня уже пятница, а теперь вы мне скажете, что завтра и послезавтра выходной. Ну, это само. Где совки, где веньки, где тачка? О, вот. Вот. А это что такое? Так это, веник. У нас тут нечаянно цементный раствор разлился. Так мы его веником подметали, то есть убирали. Раствор засох на венике. Это ж понимать надо, Клавдия. Но теперь этим веником можно убить человека, а подметать ему уже нельзя. Значит так. Мучачес. Если до понедельника вы все не сделаете, во вторник я организую вам 3 койки в больнице в отделении травматологии. Понятно? А это я забираю с собой, что во вторник под рукой было. Пока. Как она нас обозвала? Мучачес. Образованная, блин. Да, ну и вляпалась ты в бизнес. Не прогоришь? Кто? Я? Я не прогорю. Я тут всем покажу. Ну ладно, все, но! Ой. Что ты куришь? Жалеешь деньги на нормальные сигареты? Жмот. Я не жмот, я экономный. У меня было голодное детство. Тогда махорку покупай, самокрутки делай. Я экономный, но культурный. К самокруткам не привык. Так, курить будешь? Нет. Все. Вот Серафима Антоновна, где они решили устроить притон. Ладно, хватит сидеть, у меня целая куча дел. Так. Значит, это здесь. О, а это еще кто? Простите, мадам, а почему вы на меня так смотрите? Тамбовский волк тебе, мадам. Я не расслышала. Что вы сказали? Все ты расслышала, фря заезжая. Надо у нее документы как следует проверить. Угу. Извините, а это кто? Вам бы следовало, гражданка, прежде чем лезть в чужой город, поближе познакомиться с лучшими людьми района. Вы себя имеете в виду? А ваш сомнительный бизнес мы разъясним. Я подниму на ноги всю педагогическую общественность. Я пресеку близорукость нашего городского начальства. С троем у меня ходить будешь. Вы меня имеете в виду? Я не могу находиться рядом с этой особой. Все провоняло развратом. Пока вас не было, не воняло. Все слышали? Ну что ж, картина предельно ясна. Поехали. Товарищи. Я смотрю, у тебя неприятности? Да какие неприятности? Просто городская сумасшедшая. Пришла только, пыль подняла. Так, ты что делать будешь? Да мне сначала тут зайти надо недалеко. Я, Петрович, машину покупаю. Несчастная. Запорожец. Ну а что, зимой заводится хорошо. Мотор сзади. Гололед будет устойчиво ехать. Да он до зимы развалится нафиг.
Да он еще всех нас переживет. Ну а что ты критикуешь, а, специалист из жопы свист? Тебя послушай, так в моей машине вообще ничего хорошего нет. Нет, есть. Цена. Машина за $65 – это круто. Вот видишь, главное ездит. Ничего, придет время, на Мерседес пересяду. Постепенно. Хорошо. Ну что ты уставился? Вылезай из моей машины. Дверцы не хлопай. Помогаю вам, Боже, сестрица. Спаси, Господи. Тут еще свечи остались. Не могли бы вы потом их поставить? За здравие или за упокой? И за то, и за другое. За любых добрых людей. Скажите, а могу я поговорить с батюшкой? С самим настоятелем? Да. Кстати, на ремонт храма куда положить? А вон туда. Угу. Спасибо. Так как насчет батюшки? Пойду спрошу. Сходите, сходите, сестрица, пожалуйста. А я пока на ремонт храма пожертвую. Хорошо. Батюшка занят. Ну, ничего страшного. В другой раз, когда у батюшки будет время. Вы только передайте отцу настоятелю, если, конечно, не забудете, что раба Божья Клавдия на нужды храма 50 тысяч рублей пожертвовала. Там в ящике зеленый конверт лежит. Этот меня. Потом еще пожертвую, может быть, другую сумму. И когда у батюшки появится время, я с благодарностью попросила бы его благословения. Во славу Божию. Спасибо. Я все передам батюшке. Спасибо большое. До свидания. Смотрят на нас. Ну и пусть смотрят. Главное, что сказать уже ничего не могут. Я могу поспорить, через неделю батюшка лично меня примет. Хитрая ты. Спасибо. Петрович, я сюда приехала серьезно надолго. Нужно жизнь налаживать и формировать общественное мнение. Бедная девочка. Супруги Филатовы погибли. А брат? С ними же еще брат ехал. Тело мальчика пока не обнаружено, но это дело времени. Поисковые работы еще продолжаются. Бедная девочка. Здоровье ребенка опасений не вызывает. Я могу выписать ее уже через 3-4 дня. Было бы куда выписывать? Нашли родственников? Да, я разговаривал с ее родным дядей, к которому, собственно, вся семья и направлялась. Он заявил, что брата с невесткой похоронит, а девочку к себе не возьмет, мол, самим тесно. Сволочь! И имеет право. А другие родственники? Есть дальние по линии матери. Им сообщили, но они пока не спешат с ответом. А самой этой девчушке как сказать? Она ведь папу с мамой ждет. Пока ничего говорить нельзя. Это травмирует детскую психику. Ох, горе-горе. Что делать? Подождем еще немного. Может быть, кто-нибудь из родственников возьмет ребенка к себе? Если нет, процедура определена законом. Девочку оформят в детский дом, где она будет находиться до совершеннолетия и где будет обеспечена всем необходимым. Государство не бросит ребенка на произвол судьбы. Вы какое государство имеете в виду? Я понимаю ваш сарказм, но не разделяю его. Да все равно, билиберда. Ладно, не заводись.
Судьба девочки беспокоит всех и меня тоже. Поэтому прошу воздерживаться от резких заявлений. Предлагаю сохранять спокойствие до полного прояснения ситуации. Думаю, через неделю-другую все прояснится. В любом случае, мы будем действовать исключительно по закону. До свидания, товарищи. До свидания. До свидания. Сухарь в погонах. Господи Иисусе Христе Божий наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело рабы твоей Клавдии, еже благополучно начать и без препятствия всякого вершить. Все вон отсюда! Не отвлекайтесь, батюшка. Машите вашим венчиком, машите. Во-первых, перестаньте орать. Во-вторых, отойдите назад. Вы зашли на мою территорию. Это не твоя территория. Моя. Вот от этого забора до той скамейки 50 соток. Вы не имеете права трогать это здание. Имею. У меня есть разрешение главного архитектора города. А главного архитектора области? А это не обязательно. Еще как обязательно. Это здание занесено в областной реестр исторических ценностей. Значит, обязательно разрешение главного архитектора области. У вас оно есть? Его у вас нет. Товарищи! Здесь нарушают закон! Арестуйте эту прошмандовку! Стоять, не двигаться! Минуточку! Какая здесь историческая ценность? В 1916 году, 16 июля, здесь нелегально ночевал младший брат Ленина Дмитрий Ильич Ульянов. Гражданочка, ну где цунами, а где мы, а? Постановление 2-4-1972 года еще никто не отменял. Граждане, к сожалению, это правда. Формально вы не имеете права вести строительные работы без согласования... Да у меня есть все согласования, целая папка! Конечно же, дело запутанное, но гражданка Брыкайло очень известный и уважаемый в нашем городе человек. Она подала официальное заявление, и мы просто обязаны реагировать. Поэтому все-таки было бы лучше согласовать еще и с областным начальством. А пока прошу все строительные работы временно прекратить. Строим. У меня ходить будешь. В сущности, это глупая формальность. Вот проект реконструкции. Здесь незначительное изменение планировки. Он утвержден городским начальством. А мне городской архитектор не указ. Я главнее. Я понимаю. Так как? Что как? Вы подпишете разрешение? Подпишу. Только сначала... Думаю, для владелицы казино это вполне подъемная сумма. Это рубли, я надеюсь? Напрасно надеетесь, это не рубли. Побойтесь Бога. Вы же не даете мне отремонтировать здание и начать свой бизнес. Я не могу заплатить сейчас такие деньги. Возможно, потом? Зачем откладывать на потом? А знаете, что я думаю? Деньги – это пошло. Давайте решим вопрос полюбовно. На основе любви. Например, сегодня вечером у меня дома собирается хорошая компания. Присоединяйтесь к нам. А потом скрасите мое ночное одиночество. Договорились? Какая прелесть. Так мило, спасибо. А я могу вам чем-нибудь помочь? А вы не скажете, по какому адресу проживает ваш начальник? Ну, приехали. Что это за дом? Тут один козел живет, у меня к нему дело. А я тебе зачем? А, если начну кричать, вызовешь милицию, квартира номер 8. А если я не услышу? Не волнуйся, я буду так орать, что услышишь.
Кошмар. Что ты собираешься там делать? Я пока не знаю по обстоятельствам, но фиг он меня получит. Может, тебе не ходить туда? Или хочешь, я с тобой пойду? Нет, не надо, сиди тут. Здравствуйте. А Альберт Альбертович дома? Прошу. Добрый вечер. Мне надо поговорить с Альбертом Альбертовичем. Альбертик, тебе пришли. Кого я вижу? Кто пришел? Господа, знакомьтесь, Клавдия Ивановна. А я знал, что вы придете. Мы играем или что? Пардон. Клава, рыбка, подожди за дверью. Там такой удобный диван. Господа играют в покер. Позвольте присоединиться. Мадам, я не хотел бы быть невежливым, но здесь идет мужская серьезная игра. На интерес? Мужская, говорите. А я не возражаю. Ну что ж, господа, у нас равноправие между мужчинами и женщинами. Напомните, как вас зовут? Клавдия Ивановна. Ну что ж, Клавдия Ивановна, милости просим. Но у нас железное правило. В долг не играть. А если проигрался, заплатить в течение 24 часов. О, хорошее правило. Сразу видно, мужские. Нет-нет, вы позволите, я напротив Альберта Альбертовича. Пожалуйста. Эти глаза напротив. Устраивайтесь поудобнее. Господа, вы позволите даме сдать? Сделайте одолжение. Даю 500. Вступаю и еще 2000 сверху. Вы должно быть очень уверены в себе. Да, уверен. Да, дети мои. Ну что ж, я тоже могу удвоить. Альберт, принимаю твои 2500 и ставлю 5. Принимаю. Я пас. Я ставлю 8000. Нифига себе. Что вы имеете в виду? Так, нет, ничего. Ну что ж, дети мои, я думаю, вы знаете, что делаете. Не волнуйся. Тогда я пас. Я 10 сверху. Ваше слово, Альберт Альбертович. Здесь уже 63 тысячи. Ставлю 10 тысяч. И еще 25. А... Ты же меня знаешь. Вот это настоящий мужчина. А я-то глупая. Наверное, сейчас проиграю. Но была не была. Прошу прощения, господа. Но у меня стрит-флэш. Это круто. Невероятно. Флеш-рояль. Прямо как в учебнике. Вас Клавдия Ивановна зовут? Я запомню. Давно мне не было так интересно. Ну что, Альбертик, продул почти 50 тысяч баксов. Ну не расстраивайся. Зато какая была игра. Что-то я проголодался.
Давайте перекусим. Ну, ничего. Идемте, идемте. Все к столу. Пойдем. Извольте рассчитаться. У меня сейчас нет. Правда, нет. Дайте мне отсрочку, умоляю. Я слышала, здесь другие правила. Мужские. Расчет в 24 часа. Да, но смелуйтесь, я отдам. Все знают, для меня карточный долг – это святое. Хоть что-то святое у вас есть. Извольте расплатиться. Меня вполне устроит дарственное на вашу квартиру. Умоляю, смилуйтесь. Только неделю. Одну неделю отсрочки, и я достану всю сумму. Хорошо. Я дам тебе отсрочку на 7 дней. Только никому не говорите. И никому не скажу. Если ты немедленно подпишешь разрешение на реконструкцию моего здания. Вот ручка, подписывай. Да, конечно. С удовольствием. Какие проблемы? А теперь пиши расписку на 50 штук. Через неделю долг принесешь. И без фокусов. Иначе я всем расскажу, какой ты мужик. Да, давай, давай, давай. Право, вот так. Стоп, вот это хорошо. Можно еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, можно вправо. Да. Некуда больше. А? Женьку увозят. Чего? Женьку увозят. Куда? Немедленно перестань плакать. Успокойте же ее, накапайте валерьянки. Может быть, лучше не увозить ее сегодня? Глупости, завтра мне будет некогда. Документы все подготовили? Как у нее с прививками? Нормально. Пришел ответ из поликлиники по ее последнему месту жительства. Что в этом узле? Вещи ребенка. Какие вещи? Откуда? Нечего рыться в чужих вещах. Это мы ей подарили. Это опять это. Кто пропустил? Ты почему плачешь, а? Эта тетка сказала, что мама, папа и братик Женя все умерли. Она все врет, врет. Я не хочу с ней ехать. Доктор, как вы позволили довести ребенка до такого состояния, а? Я не был предупрежден. Неожиданно появилась представитель Горано. Я не представитель! Я руководитель Горано! Хватит! Это все пустые разговоры! Пока я здесь отвечаю за народное образование, и мне решать, как будет воспитываться сирота. Я увожу ребенка в детский дом, подальше от этого разврата, от ужасного влияния этой... Курва! Ну-ка, стой, где стоишь! Товарищ капитан, вы представляете здесь закон и власть? Да. Все слышали? Представитель Горано употребил в общественном месте неприличное слово. Слышали? Да. Товарищ капитан, я прошу потом занести это в протокол. Занесу. Какой протокол? Мое материальное положение, жилплощадь, состояние здоровья позволяют мне взять на воспитание ребенка. Я хочу написать официальное заявление. Я прошу оформить усыновление или опекунство. Детали выясним потом. Это возможно? Нет! Невозможно! Я член городского попечительского совета, я не позволю! Сергей Сергеевич, этот вопрос – компетенция губернских органов управления? Вполне. Я думаю, учитывая все обстоятельства, этот вопрос будет решен для вас положительно. Во всяком случае, милиция вас поддержит. Женечка, не надо плакать. Эта тетя тебя никуда не заберет. Я знаю, мои папа и мама найдутся. И Женя тоже найдется. Ну, конечно, найдутся. А пока не нашлись, хочешь остаться со мной? Угу. Ну все, пойдем домой. Значит так, сейчас мы самые близкие люди для этой девчушки. Ясно?
Я еще подумаю, как перевести сюда трудовую книжку. Второй, я первый. У нас тихо, что у вас? Первый, я второй. У нас тоже пока тихо. Курить хочется. Отставить. Сидеть тихо, смотреть в оба. Все, конец связи. Товарищ майор, ну, мы-то понятно. А вам-то чего в кабинете не сидится? В городеле, говорят, вам очень хороший кабинет выделили. Тихо, ребята. А вот и они. Первый, первый, я второй. Мы их видим. Черт, надо было не в доме. В сарае засаду устраивать. Стоять на месте! Руки вверх! Рыжов, ты и твоя банда окружены, так что без глупостей. Толя, за ним. Стой, стреляй буду! Рыжов, не валяй дурака! У тебя сегодня не самый удачный день! Нет, говоришь? У Рыжова, видишь, тоже хороший кабинет. И мы у него все как на ладони. Ну что ж, скажу-ка я на прием к гражданину Рыжову. Прикрывай. Или догнал? Это кто же меня поймал? Ну, конечно, капитан Малахов. Месяц как майор. Ну, за меня тебе полковника дадут. Что мне дадут, я не знаю. А ты, Рыжов, 15 лет за свои художества получишь. Я прослежу. Пакуйте его, ребята. Товарищ майор, есть жертвы. Молодец, Сергей Сергеевич. Поймал все-таки мерзавца. Мы все его поймали, товарищ подполковник. Ну ладно, ладно. Мы все поймали, а ты герой. Готовь дырку. Представлю к ордену. Спасибо, Виктор Андреевич. Эх, светает уже. Разрешите идти? Сегодня 1 сентября. Хочу успеть сына в школу проводить. Кого, Лешку? И в какой класс? В 4-й. Вот это да. Ну хорошо, передавай привет. И матери твоей тоже. Спасибо. Давай. Все, что ли? Вставай, алкоголик! Половина восьмого уже. Рассолу принести? Глаза б мои тебя не видели. Yeah.
А это кто? Как называется? Кто? Ну, этот, в клетке. Допился уже. Это Дрозд. Да? А почему он не поет? Иди умойся. На работу пора. Я мундир твой почистила и погладила. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды и не полевые. Молчишь. Значит, ты полевой дрозд. Ну что, Павлуша, болит голова. Вон стопка, опохмелись. Что там происходит? 1 сентября. Дети в школу идут. А-а-а. Серега Малахов на повышение пошел. В город дел перевели, слыхала? Слыхала. И в звание его повысили. Майор теперь. А ведь вместе начинали. А он, Павлуша, водку не пьет и по бабам не бегает. Че ты понимаешь? Я так рассчитывал на его место попасть. А он, сволочь, даже не похлопотал. А я ведь просил. А с чего это ему было хлопотать-то? Ты ему ни сват, ни брат и ни приятель даже. А, все равно сволочь. Карьерист. Сам не живет и другим не дает. Ну ничего. И на него статья найдется. Похоже, у меня самый большой белый бант. А то. У нас еще и форма самая красивая. И портфель. Петрович, сколько тебе раз говорить? Это не портфель, а ранец. Ну, ранец. Женечка, как тебя в класс заведут, сразу за первую парту садись, ладно? Только не возле окна, зимой дуть будет. Хорошо. И вещи свои, карандашики, ластики никому не давай. А Клава говорит, что надо делиться. Надо. Ну, не со всеми, а с хорошими детьми, и не часто. Ну, чему ты ребенка учишь, а? Делись, Женечка, делись. Ну, вот так и растащит все добро. Ничего, новое купим. Делись, Женечка, делись. Только с отличниками. С двоечниками не делись. И вообще, держись от них подальше. Двоечников нам не надо. А если кто обижать будет, ты мне говори. Я им бошки-то поотрываю. Скажите, а где тут первая? Где у них построение? Вон там. Спасибо. А кто у вас двоечник? Поживем, увидим. Какая у вас милая девочка. Кажется, и Женечка зовут? Да. А моя Оля, вон та светленькая, с фиолетовым ранцем, сразу за вашей стоит. У вашей такая форма красивая. Сразу видно, что на заказ шили. Но мне кажется, это как-то нескромно. У нас Женечка, между прочим, уже читать и писать умеет. И считает до 100. А вы, наверное, с репетиторами ее готовили к школе? Да уж, не поскупились. Целый год учителя ходили. Да. И по английскому тоже. А вы, ребеночку, кто будете? Я, ребеночку, Петрович. Тебя как зовут? Дима. Меня Женя. Это твой батя был или дедушка? Нет, мой папа потерялся. Это Петрович. Он главный водитель у Клавы. Клава маманя твоя, что ли? Моя мама потерялась. Тетя Клава пока за нее. Она хорошая, только строгая. А у тебя есть мама? Вон там в серой блузке, видишь? Это маманя моя. А бати нету. Лето, до свидания. Здравствуй, родная школа.
для всех детей настал долгожданный день. День знаний. Это стало уже хорошей традицией 1 сентября. Начало нового учебного года как большой и радостный праздник. Первыми в страну знаний идут первоклассники. Дети, строим! Шагом марш! Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Вы не знакомы? Мама, это Клавдия Ивановна. Клавдия Ивановна, это моя мама, Антонина Леонидовна. Очень приятно. Здравствуйте. Мне тоже Сережа много о вас рассказывал. Интересно, что рассказывал? Все. О вашем мужественном поступке, как вы девочку спасли, а теперь старательно ее воспитываете. Да, я ее удочерила, хотя это было очень непросто. Спасибо Сергею Сергеевичу, помог. Вот 2 года в одном городе, почти соседи, они познакомились. Девочка ваша сегодня в 1 класс пошла? Да. Поздравляю, а наш Алешка уже в 4 сегодня. Ну, мне пора на службу. Мама, я сегодня буду поздно вечером. До свидания, Клавдия Ивановна. До свидания. До свидания, Антонина Леонидовна. Очень приятно было с вами познакомиться. Хочу сказать, Клавдия Ивановна, что я ваших противников не поддерживаю. Противников? Да. Тех, кто считает ваше заведение вредным явлением. Вы сами знаете, таких немало. Да, знаю. Ну и что? Гните свою линию и все тут. Я в этих казино не очень понимаю, но думаю, давно нашу глубинку пора растормошить. Ожил городишко. Так что держитесь. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что, на работу, хозяйка? Угу. Опять мимо городдела поедем? Не выступая. Просто так короче. Так не короче. Но мне-то что? Я могу даже сломаться напротив его окон, колесо поменять. Что ты себе напридумал, дурак старый? Я-то, может быть, и дурак, но вижу, нравится тебе капитан. Он уже майор. Нет, не нравится. Сухарь в погонах. Клавдия, душевные переживания мешают работе. Надо думать о доходах, о расходах. Надо деньги копить. У тебя он ребенок на воспитании. Кстати, девочке приданное надо. Ну что ты морозишь, а, Петрович? Не, ну, правда, ты же умная баба. Ну, сама подумай, Малахов высоко метит. Еще год-другой и уедет отсюда в область. А может, и в Москву. Он только закон любит, и больше ничего. Совсем ничего. Ну, разве я не красивая, скажи, Петрович? Ну, внешне так. Внешне ничего. А как у тебя с внутренним миром? Может, там язва у тебя или почки, я ж не знаю. Ты плохо кушаешь? Ой, да нифига ты про женщин не знаешь. Да, я про женщин знаю дофига, поэтому не женюсь. А ты вон на сопли извелась вся от любви. Смотреть жалко. Да не очень он мне нравится. Вот это мудрый ответ. Короче так, 2 мужика в этом мире для тебя недоступны. Так что и нечего жалеть о недоступном. 2? Да. Это кто ж? Малахов. И я. Так что забудь, красавица, и не грусти. Поехали работать, старый пень. Мимо город дела? Нет, мимо чего-нибудь другого. Вот это правильно. Узнаю прежнюю Клавдию. Войдите. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Примите мои поздравления, Сергей Сергеевич. Я уже слышал об аресте Рыжова. Спасибо. Больше года за ним гонялись. Сергей Сергеевич, начальство торопит. Пора бы нам как-то определиться с общей позицией. Вы о чем, Александр Александрович? Да все о том же. Мой кабинет завален письмами возмущенной общественности.
Пишут в область, пишут губернатору, в Кремль пишут. Приказано разобраться. Вы же умный человек, Александр Александрович. Сами понимаете, правовых оснований для закрытия предприятия Клавдии Ивановны Мартыненко у нас нет. А возмущенная общественность требует закрыть, арестовать, расстрелять. Город у нас маленький, и откуда ноги растут, все знают. Вы предлагаете не реагировать? Я предлагаю дать этому движению общественность правовую оценку и посмотреть правде в глаза. Развлекательный комплекс «Самбо-Ривьера» платит налоги, и немалые. Жизнь в городе оживилась. Все хотят развлечений. К нам стали приезжать люди из других городов, чтобы здесь потратить свои деньги. Смотрите, отремонтировали гостиницу. Строится еще одна. А всем этим заправляет гражданка Мартыненко. Она всех коррумпировала. Там, если хорошенько поискать, можно и наркотики найти, и кое-что похлеще. Я вообще не удивлюсь, если там обнаружится воровской притон. У вас есть доказательства, капитан Борецкий? Я готов вас выслушать. Ну, это же очевидно. То есть, это рестораны, казино и все такое. Мы не на базаре трепимся. Вы представитель закона, и я представитель закона. Если у вас есть доказательства, выкладывайте. Да вот, сплошные безобразия. Сплошные, у меня все протоколы подшиты. Самбо-Ривьера – центр беспорядков. Ночные пьяные драки, угоны автомобилей, жители соседних домов жалуются. Глупости. Ну что глупости? Спать невозможно, шумно. Где ресторан, там и пьяные. А драки, если случаются, то за территорией казино, у них с этим строго. Хозяйка держит кучу охраны, всех буйных за порог. А по поводу угонов, правда, имели место. Угоняли машины в этом районе. Но не со стоянки казино. Давайте не передергивать. Соседи жалуются, что шумно. Какие соседи, капитан? Если я не ошибаюсь, Клавдия Ивановна Мартыненко расселила людей и выкупила рядом стоящие дома. Да кто-то и оно. Это же раздражает народ. Она ж наглеет. Захотела то, захотела сё. Отреставрировала церковь и думает, теперь ей все позволено? Вы видели, как она одевается? Ну, возмущение некоторых жителей понятно. Народ у нас к богатству не приучен. Это в Москве или в Питере, а здесь не приучен. А к чему приучен? К тому, что бедность не порок? Чушь. Вы не согласны с народной мудростью? Я не согласен с народной глупостью. Для государства бедность – это страшный порок, это позор. Я сам не сторонник азартных игр и был бы рад, если бы с таким же успехом заработал наш комбинат. Но он не работает. Пока, во всяком случае. Вы хотите сделать из нашей провинции Лас-Вегас? Нет, не хочу. Наше дело разобраться с многочисленными заявлениями трудящихся. Кстати, все эти письма приходят из одного почтового отделения. Александр Александрович. Да. Поговорите с гражданкой Брыкайло. Просто по-человечески. Может быть, удастся ее уговорить? Да я с ней говорил. Безнадежно. Похоронить Клавдию Мартыненко для нее дело жизни. Не понимаю, откуда столько ненависти. Значит, будет продолжать писать. Имеет право. Я изложил вам свою позицию. Вы разделяете мое мнение, Александр Александрович? Ну, в общем, да. Я не вижу серьезных оснований для приостановки работы развлекательного комплекса. А я категорически возражаю и считаю вашу позицию политически близорукой. С деятельностью этой Клавдии еще надо разобраться. Я составлю рапорт, рано или поздно мы ее выведем на чистую воду. Я этого так не оставлю. Я вас понял. До свидания, товарищи. Что-нибудь еще? Если ты, Сергей, думаешь, что я собираюсь тебе мстить... Вы о чем, Борецкий? Я не обижаюсь, что ты не похлопотал за меня о моем переводе в управление. Во-первых, я сразу сказал, что хлопотать не буду. Во-вторых, я по-прежнему считаю, что вам и таким, как вы, не место в органах. В-третьих, потрудитесь в следующий раз не являться в мой кабинет с бодуна. От вас, капитан, разит перегаром. Что-то еще? Вы свободны.
Держи, кушай, я не хочу. Правда не хочешь? Правда. Если я буду есть все, что мне кладут, стану толстая, как Терехина. Жуй, Прохоров, жуй. Эй, ты, как там тебя? Женя, покажи свой фокус. Иди в цирк, там тебе и покажут. Ты как со старшими разговариваешь, пацан. Мелкая, быстро показывай свой фокус. Я тебе сейчас кухню мать покажу, вали отсюда. Ну что, Димка, пошли, что ли? Мы тебя научим старших уважать, заморыш. Ай, ты как, ничего не болит? Паразиты, рукав порвали. Мама не ругаться будет. Тебя Женя зовут. Это ты фокусы показываешь? Женька, тебе учительница запретила карты в школу приносить. Вот еще. Вытащи любую карту и запомни ее. Я не подсматриваю. Это? Как ты это делаешь? Секрет фирмы. Ну, мне домой пора. Меня проводят или как? Иван Петрович, огурчиков свежих тепличных не желаете? Нет. Огурцы свежие зимой. Это было бы расточительство. Я лучше вон солененьких. А пирожка? Только что из духовки. Сама испекла. С яблоками? Давай. Кушайте на здоровье. Вкусно. Ну, как тебе работается, Варвара? Привыкаешь? Привыкаю. Зарплата вовремя и отношение человеческое. Хорошая. Да? Ну, давай, Варвара, к такому душевному пирогу сделай ко мне чайку покрепче. Ой, Валик, налей мне 50 грамм. Что-то голова раскалывается. Окей. Что там за шум? Опять демонстрация? Меня намыло? Господи, мне бы их проблемы. Клавдия Ивановна. Что, сидит и не уходит? В конец обнаглел. Я предлагаю нам сдаться. Как говорил товарищ Ленин, проще откупиться от этой банды, чем с ней воевать. Знаете что, Евсей Аронович, вы занимаетесь-ка лучше бухгалтерией, а вообще политическими вопросами буду заниматься я. Хорошо. Где этот паразит? Я ему сейчас объясню политику партии. Ничего, что на вашем месте, Абрам Абрамович. Евсей Аронович. Вы, Борецкий, никогда не будете на его месте. Почему? Рожей не вышел? Нет, умом и образованием. Все шутите, Клавдия Ивановна. А что, плакать? Не дождетесь? Ладно, ладно.
Давайте поговорим спокойно. Уже говорено было, о чем нам с вами говорить. С правоохранительными органами всегда есть о чем поговорить. Евсей Аронович, дорогой, уступите нам свой кабинет на пару минут. Хорошо. Вы зря достаете меня, Борецкий. Я не буду вам платить. Почему? Да потому что не за что. Какая смелая. Крыша у тебя. Всех купила? Слава богу, еще не все продаются. А конверты ношу, это правда. Список длинный. Но ты в этот список не входишь. Ты дырка от бублика. Иди вон по коммерческим ларькам побирайся, а ко мне не суйся. И не свитви тут своими погонами. Не сметь про мои погоны! Ты сам свои погоны заморал. Борецкий, я могу стать настоящей стервой, если меня достанут. Уйди по-хорошему, не доставай меня. Значит, дырка от бублика – это я. Ладно, разговор окончен. Но ты мне заплатишь, я тебе клянусь. Я так понимаю, мы не сдались, Клавдия Ивановна? Нет. Очень жаль. Дядя Петрович, вам помочь? Ты мне и так помогаешь. Разве это помощь? Вы меня к мотору допустили. Ага, буду я всяких к моторам допускать, у которых двойки по всем предметам, кроме рисования. У меня еще по труду четверка. По труду это хорошо. А по математике что? То-то. У меня не получается математика. А почему у Женечки получается? С тобой рядом, за одной партой сидит. А как она говорит? This is a table, а? У Женечки все получается. Ты вон пример бы с Лешки Малахова брал. Вот! Парень. Круглый отличник. Вот его бы я допустил бы к моторам. И зря. Он в машинах разбирается, как баран в пианино. Ну? Здрасте. Хе-хе-хе, привет. Петрович, дай 100 рублей. Зачем? На мороженое, я в кино иду. Да? Димка, пойдем с нами. Нам Алеша билеты покупает. Добрый день. Привет. Клавдия Ивановна разрешила Жене пойти со мной в кино. На самом деле у меня есть на мороженое. А на пирожное? Димка, бросай свои железяки, пойдем с нами. Я не пойду, мне некогда. Ну тогда пока. Пойдем, Алеша. Так, Димка, давай договоримся. Исправишься двойки, отдам тебе вот этого коня. Ладно? Сможешь своими руками отремонтировать эту колымагу? Тогда и любой Мерседес тебе нипочем. Договорились? Правда? Правда. Договорились. Вот сяду я за руль, Женю рядом посажу, и тогда посмотрим, где будет этот баран Алеша. Сто грамм. В долг не наливаем. Я да... Ты знаешь, с кем ты говоришь? Ты знаешь, кем я был? Главным архитектором области. Главным! Еще 2 года назад ко мне на прием попасть мог не всякий. Все за честь почитали угостить меня. В долг не наливаем. Сволочи! А ваша хозяйка Клава самая большая сволочь. Бармен, 100 грамм Немирова гостю, я угощаю. Будем знакомы, Павел. Альберт! Перебор. 23, Сикслайн, Стритап. Женечка, ты опять здесь?
Ты знаешь, который сейчас час? Клавдия Ивановна запретила тебе приходить сюда вечером. Я же тихо, я не мешаю. Тут же интересно. Иди к себе, или я все доложу Клавдии Ивановне. Давай я тебя провожу. Я беда, никуда я не пойду. Буду тут стоять. Не будешь? Ну-ка иди к себе в комнату, почисти зубы и ложись спать. Я не хочу спать, я не буду спать. Клавдия Ивановна, я ее провожу. Женечка, маму надо слушаться. Она мне не мама. Ну и характер. Да уж, почти как у меня. Зараза. Мерзавка. Прошмандовка. Поганка. Змея подколодная. Ведьма. Ненавижу. Послушай, обрати внимание. Мы уже примерно полчаса не материмся. И не матюкаемся. А почему? Потому что мы хоть и русские, но культурные люди. Я ведь главным архитектором был. Я знаю, знаю уже. К стенке меня приперла, сука, расписку с меня взяла. Еле-еле с ней рассчитался, а потом как сглазили, не везло. И все потерял. Все. Стал проигрывать, долгов наделал, с работы выперли, квартиру продал. А знаешь, кем я был? Конечно, знаю. Знаю уже. Главным архитектором. Без меня никто ничего не имел права. Даже забор поставить или забор сломать, мое разрешение нужно было. А знаешь, сколько стоила моя подпись? Я был богатым человеком, а теперь рисую афиши для клуба, в который никто не ходит, все ходят к этой Клавке. Я в говне, она в шоколаде. Все мои несчастья из-за нее. Эта Клавдия хуже холеры, я ее ненавижу. Сама она дырка от бублика. Хуже. Она дырка без бублика. Ноль, пустое место, я ей покажу. Хочешь ее наказать? Уничтожу. А как? У нее, наверное, крыша. Я знаю, как. Добрый день. Добрый день. Уроки делаешь? Умница. Учителя тебя хвалят. Мы тобой гордимся. Женечка, нам надо поговорить. Ты должна меня слушаться. Не должна. Должна, потому что я за тебя отвечаю, понимаешь? Ты мне не мама. Я не мама. Но я люблю тебя. И хочу, чтобы ты выросла умным, сильным и добрым человеком. Поэтому, когда ты капризничаешь и не слушаешься, меня это очень расстраивает. Так расстраивает, что мне даже плакать хочется. Так становится обидно. И Петрович тоже обижается. Конечно. Он тоже тебя любит. И я вас люблю. И тебя, и Петровича, и Димку. Он мне как брат. Ну тогда скажи, почему ты бываешь такой упрямой? Я очень стараюсь, но иногда совершенно тебя не понимаю. О чем ты думаешь? Что ты хочешь? Расскажи, о чем ты мечтаешь? Я скажу, а ты рассердишься. Не рассержусь. Правда? Обещаю. Научи меня сдавать карты так, чтобы на руках оставались все козыри. А больше ты ничего не хочешь? Хочу. Чтобы мама, папа и братик Женя были живы. Чтобы у Петровича радикулит не болел.
Но ты ведь этого не можешь. Не могу. Научишь? А я еще шить умею. Хочешь, я тебя шить научу? Потом. Ну ладно. Надеюсь, что с возрастом у тебя это пройдет. Если вдруг что, ты меня не знаешь, я тебя. Я мент, я не шучу. Ляпнешь хоть слово, из-под земли достану. Понял. А когда я остальные деньги получу? Сделаешь дело и сиди, не высовывайся. Я к тебе человечка подошлю. Да ты не суетись. План дома помнишь? Угу. С четырех углов это верняк. И погода нам в помощь, сухо и жарко. Не зря так долго выжидали. Пошли. Второй час ночи. Сын, ты ложиться собираешься? Собираюсь. Надо отчет закончить. Мам, иди спать. А чаю тебе заварить? Я сам. Иди отдыхать. А я сегодня, то есть уже вчера, Клавдию Ивановну на почте встретила. Ну и что? Ну ничего, поздоровались. Она симпатичная. Правда, наряды у нее безумные. А так она мне понравилась. Целеустремленный, по-моему, порядочный человек. Ты что, не согласен со мной? Мама, иди спать. Поздно уже. Иду. Ой, что это? Не как пожар. Сережа, что там так горит? С дороги! Прием, прием! Горит казино Самбо-Ривьера! Самбо-Ривьера! Нам срочно нужна помощь! Срочно! Да, первый, второй этаж! 700 квадратных метров! Да! 700 квадратных метров! Повторяю! Казино Самбо-Ривьера! Срочно нужна помощь! Там есть люди? Есть! Хозяйка и ее дочка! Наши парни пошли туда! Ищут! Женечка! Сидел, смотрел, как мы тут горим!
Покажи руки! Отец керосином за версту несет. Ты ж пропак ведь, промок. Иван Петрович, прекратите самосуд немедленно! Стоять, я сказал! Этот задержан по подозрению в поджоге. Уведите его. Кто там? Серафима, открой, это я. Ты одна? Одна, Павлуша. Ко мне по ночам только ты ходишь. Тихо! Слышишь? Что? Пожар! Знаешь, что горит? Уже все знают. Если спросят, я у тебя был весь день, весь вечер и всю ночь. Это ты? Ты сделал? Дура! Нет, конечно. Но если спросят, скажешь. Скажу. А кто спросит? Никто. Этот алкаш-архитектор будет будем жить. Сначала в гостинице. А потом? Потом здесь. Мы все починим, как было? Лучше, чем было. В 1000 раз лучше. Вот тебе новая вывеска «Самбо-Ривьера». Принимай, хозяйка, работу. Хорошо, можете вешать на главном фасаде. Ну, давайте, поднимаем. Давайте так, Клавдия, а что будем делать с огнетушителем? Разгружать. Что, все, что ли? Все. Да? Да. Так там 100 штук, каждый по 200 баксов. Не, я десяток возьму, остальные отправлю. Ну, тогда сам будешь вместо огнетушителя стоять в углу и сам будешь пожар тушить. Чем? Струей. Клавдия Ивановна, Иван Петрович, идите, все готово. Друзья, прежде чем мы начнем поздравлять именинницу и веселиться, а мы будем, ой, как веселиться, я хочу сказать всем вам спасибо. Большое, настоящее спасибо. Мы выстояли, потому что мы вместе. Пока мы вместе, мы не горим. А теперь выпьем за нашу именинницу. За тебя, Женечка. Будь здорова. Расти большой и умной. Поздравляю! Это правильно. Женя, желание загадала? Да. Ну тогда задувай свечи, мы будем пробовать торт. А нам дадут по кусочку? Заходи, Алёша. Здравствуйте, дядя Серёжа. Здравствуй, Женечка. Спасибо. Поздравляем. Что ж вы стоите, Сергей Сергеевич? Идемте к нам. Я на секунду, Клавдия Ивановна. Вот зашли поздравить и попрощаться. Господа, угощайтесь, а я отлучусь ненадолго. Я пока свечи задувать не буду.
уезжаю, Клавдия Ивановна. Надолго? Думаю, да. Я ухожу из милиции. Мне предложили должность в областной прокуратуре. Поздравляю. Спасибо. Завтра еду. В конце месяца мама с Алешкой тоже ко мне переедут, когда закончится учебный год. Ну вот, собственно, и все. Город другой, но недалекий. Надеюсь, я вас еще увижу. Вы очень хотите меня видеть? Да, очень. Тогда в чем проблема? Вот. Во всем этом. Понятно. Прокуратура и казино – два несовместимых понятия. А это, чтоб ты знала, от чего отказался. Сухарь в погонах. Подумать только. Женьке 19 лет. По-моему, совсем не изменилась. Ну да, не изменилась. Смотри, как выросла. Красавица какая. Красавица. Ухажера вон, как мусора. Берданку куплю. Берданка не поможет. А что поможет? Не волнуйся, она не пропадет. У нее мозги в голове есть. Мозги есть? А как она говорит? This is the table. Девочка моя. Все танцевать! Кому 19, а кому и все 40. Алло, я слушаю. Говорите. Алло. Вас не слышно. Thank you.
Воздух Родины, товарищ лейтенант. Здравия желаю. Тимохин Валик. Точнее, Валентин Тимохин. Отправлен на вокзал вас встречать. Ну, добрый вечер, Валик. Будем знакомы. Алексей Малахов. Вообще-то я вас знаю. Наслышан про отца вашего. Давно здесь не были? 10 лет. О! Разрешите помочь? Попробуй. Да ладно, я сам. Мы вас забрызгали. Извините, мы не хотели. Женька хулиганит, а? Кто такой Женька? Тот, который за рулем был? Нет, за рулем Димка. Шофером при казино работает. Женя та, которая самая красивая. А вы разве их не помните? Вы, кажется, в одной школе учились. Помните? Смутно. Я тут только до 5 класса учился. Потом мы все переехали. Да, за 10 лет тут многое. Осторожно, многое изменилось. И город, и люди. Держи. Ты домой когда пришел? Утром. Женька с тобой была? Я спросил! Со мной? Нет. С нами со всеми. За рулем ты был? Я, конечно. Ты раздавил клумбу у исполкома и двух хозяйских курей? Клавдия разбирается с ними сейчас. С курями? С хозяевами задавленных тобой курей. Я что, нарочно? Ты свой характер засунь в задний карман, щенок! О матери вообще не думаешь! Она, он, волнуется о тебе! Зато ты о ней много думаешь! Профилактику, чтоб джипу сделал, понял? И от Женьки подальше держись! Не до тебя, царевна! Вот наш город. За 10 лет разросся почти в 1,5 раза. Кормит практически всю область. За счет чего? И горный бизнес, казино, развлечения разные почти круглый год. Ну и предприятие становится на ноги, народ потихонечку богатеет, и это хорошо. Но с другой стороны, в город потянулась всякая шваль. А тут еще новый проект. Строительство ликеро-водочного завода и дороги. Так что становится очень неспокойно. Ну, прямо как в Москве. Так что работы хватает. Давай, вникай. Знакомься с людьми. Соображай. Проявишь себя хорошо. За мной не заржавеет. Я честную службу ценю. Ну, а если слабину дашь, не обессудь. Не посмотрю, что прокурорский сын. Так что все в твоих руках. Спасибо. Клавдия, что ты на себя напялила? Разговорчики строю. Много ты в красоте понимаешь. Прямо из Франции. Сумасшедшие деньги стоят. Сколько? 100 баксов. Вот это 100 баксов? Не понимаю. У тебя слабоумие. Колготки и сетка для мужчин клетка. Поехали. Она опять опаздывает. Она издевается? А мы должны терпеть. Не должны, но я вам рекомендую. Обойдусь без ваших рекомендаций. Спокойно, господа, спокойно. Я вас понимаю. Эта баба всех достала. Но без ее денег мы предприятие не подымем.
Добрый день, господа. Простите за опоздание. Почему не начинаем? Ждем кого-нибудь? Григорий Демидович, начинайте. Ну, собственно, всем известно, зачем мы здесь собрались. Спасибо. Нашему акционерному обществу нужно определиться, в каком банке будут храниться средства для строительства предприятия. Все-таки 10 миллионов долларов – это не шутка. А я считаю, что 1 доллар – это не шутка. Даже 1 рубль – это не смешно. Его тоже заработать надо. Согласен. Значит, на сегодняшний день два предложения. Южный промышленный банк, его представляет Леонид Игнатьевич Степаненко, все его знают, и банк «Армада». Его представляет Василий Николаевич Рыков и... Это мой охранник. А, ну вы человек в наших краях новый. Но банк у вас солидный. Оба банка имеют в нашем городе крупные филиалы. Есть вопросы гостям? На самом деле мы обсуждали эти предложения. Меня волнует только одно. Система безопасности этих банков. Правильно. Будут огромные суммы наличными. Деньги надо транспортировать, хранить в сейфах, предъявлять без проволочки. Наш банк все знают. Многие присутствующие здесь являются нашими клиентами. У нас старая, но надежная система безопасности. Так что... Наличные суммы и ценные бумаги у нас хранятся надежно. У нас молодой банк, но зато очень перспективный. И потом система охраны у нас самая новая, технически совершенная. Да все в городе знают, нет более надежного сейфа, чем у нас. Ну, сейф-то ладно, это хорошо. А кто у вас руководит охраной? У нас есть договор с милицией, потом мы содержим собственный штат охраны, хорошо обученный личный состав. Все либо бывшие военные, либо из правоохранительных органов. Руководит ВОХРом Павел Борецкий, в прошлом капитан милиции. Так что здесь я спокоен. Борецкий? Это какой? Это не тот, которого много лет назад поперли из органов? Простите, но вы ошибаетесь. Мы все проверяли. Никто его не выгонял. Борецкий сам подал в отставку, что зафиксировано в документах. Но не это главное, господа. Главное, это наша новая компьютерная система охраны. Она непробиваема. Сейф у нас самый надежный, а банк самый современный. Ну что ж, если больше нет вопросов, прошу вас, господа, покинуть нас ненадолго. Мы проголосуем и сообщим вам наше решение через несколько минут. Будем голосовать, господа. Кто за Южный промышленный банк? Господин Рыков, акционеры просят вас вернуться в зал. Ну что ж, господа, пожалуй, можно начинать работы по строительству. Господин Рыков, я хочу, чтобы вы знали, я была единственная, кто не голосовал за ваш банк. Я воздержалась. Мы сделаем все для того, чтобы убедить вас в нашей надежности. Вам придется очень постараться. Знаете, я не упущу из виду ни вас, ни ваш банк, ни мои деньги. У Клавдии Ивановны глаз алмаз. Господа, за это надо выпить. За что пьем? За глаз алмаз, я так понимаю. За женщину пьют стоя. Ставки на антестел. Пожалуйста.
как я проведу это? По квартальной ведомости? Не показывать прибыль? Легко сказать. Налоговые тоже не дураки сидят. Оформить как материальную помощь? Или как? Сквозняк будет, Клавдия Ивановна. Ерунда. Тепло. Вечер какой. Почти лето. И луна полная. Как красиво. Братьев нет, кругом одни братки. Ни племени, ни роду я не знаю. Мотаю за решеткою деньки. Ни племени, ни роду я не знаю. Мотаю за решеткою деньки. Тюрьма мой терем, теремок, а я хочу на волю. Я зарекался сколько мог, да нарушал невольно. Тюрьма мой терем, теремок, и тяжкий крест несу я. А в жизни столько есть дорог, судьба дала кривую. Я берегу надежду на свободу, хотя на воле тоже кутерьма. А за решеткой пропадают годы, меня казнит суровая тюрьма. А за решеткой пропадают годы, казнит суровая тюрьма. Тюрьма мой терем, теремок, а я хочу на волю. Я зарекался сколько мог, да нарушал невольно. Тюрьма мой терем, теремок, и тяжкий крест несу я. А в жизни столько есть дорог, судьба дала кривую. Тюрьма мой терем, теремок, и тяжкий крест несу я. А в жизни столько есть дорог, судьба дала кривую. А в жизни столько есть дорог, судьба дала кривую. Ты представляешь, Рыжов, какие бабки? Миллионы. Я все точно знаю. Откуда? Письма я оттуда иногда получаю. Про жизнь вольную мне пишут, про новости, но я и смекнул. Жора, ты слышишь? Угу. Луна красивая. Бать, все это туфта. Не верите. Любой может меня обидеть. А ты парень козырный, Жорочка. Не жалко меня? Тебя не жалко. Погоди. Значит, миллионы, говоришь? Можете проверить. И в газетах про это пишут. Вот. Акционеры завод будут строить и всякое такое. А я могу тропинку к этим деньгам указать. Ты ж сегодня-завтра освобождаешься. Вот сам и топай этой тропинкой. Во-первых, я боюсь. Во-вторых, не умею. А что ты умеешь? Костры разводить? Пожарник. Значит, тропинку знаешь? Знаю. Верная тропинка. И сколько хочешь за наводку, Сусанин?
А сколько-нибудь. Надо жить. Я за поджог 10 лет отсидел. На волю выйду, гол как сокол. Когда отсюда откидываешься? В среду. Иди пока. Я подумаю. Бать, зачем он нам? Не поверил ему. Батя, кроме тебя никому не верю. Это правильно, сынок. Опять плохо? У тебя руки дрожат. Нормально. Это нервы мои. Ложись спать поздно уже. Я пойду пройдусь. Тудыма-сюдыма покумекаю. Батя, я не понял, что кумекать? Мы валим отсюда или нет? Тихо, пацан. Конечно, валим. Давай спи. И пусть тебе блондинка приснится. Брюнетка лучше. Договорились. Я не могу видеть симпатичного парня несчастным. Вы так много проиграли, но держитесь таким достоинством. Разрешите угостить вас за счет заведения? А можно я поцелую вашу руку? Нет, нельзя. Я недостаточно проиграл. Вы просто недостаточно нравитесь мне, поэтому только выпивка. Антон, подмени Женю, пусть она немедленно зайдет ко мне. Немедленно. Женя выигрывает чаще других. Почти всегда чистый доход. Она лучше. После вас, конечно. Это не мое дело, но я рекомендую выдать ей премию. Евсей Иванович, занимайтесь своими делами. Мам, ты звала меня? Да. Евсей Иванович, оставьте нас на минутку. Ты опять за свое? Женя, ты ведешь себя непрофессионально. Крупье не кокетничает с клиентами. Я чуть-чуть, это мой стиль. Да это твоя глупость и самоуверенность. Женя, ты когда-нибудь нарвешься на большие неприятности. Нельзя играть с мужчинами, как с куклами. Это иллюзия. Ты не знаешь мужчин. Мужчины – это сепаратистское кодло. Какое? Девочка моя. Они злопамятные, мелочные и мстительные. Мужчины сплетники, и сказать гадости о женщине для них, как петуху прокукарекать. Ты еще очень молода, не дразни их. Помни о репутации. Держи дистанцию. Я держу. Будь на высоте всегда, тем более, когда работаешь. Между вами карточный стол – это больше, чем пропасть. Никаких чувств, никакой жалости, никакого флирта. Твое дело сдавать карты и баста. Ты поняла меня? Мне пора идти. Подожди. Я заметила, ты продолжаешь передергивать. Нет. Иногда. Да. Женя, береженого Бог бережет. Завязывай с этим. Я постараюсь. Иди. Я так понял, мы не дадим ей премию, Клавдии Ивановне? Нет. Очень жаль. Вот это везунчик, как я посмотрю. Ну, сдавай, красавица, сдавай. Поздравляю вас с выигрышем. Господа, смена дилера. Удачи. Добрый вечер, господа. И обратно. Уже час не придет. Обмен карты. Пиво, пожалуйста. Да, хорошо. Спасибо.
Здравствуй, Дима. Мы знакомы? Еще как. Ты машину лихо водишь. Я всю ночь свой мундир сушил и чистил. Пожалуйста. Успешно? Спасибо. Вполне. Ставок больше нет. Вот увидишь, у меня левая рука. Смотри. Женя. Я вспомнил. Она в школе фокусы показывала. Ты кто такой? Алексей Малахов. И что теперь? Будешь тут сидеть и пялиться на чужих девушек? Она что, твоя девушка? Это не твое дело! Так, забирай свое пиво и вали отсюда. Не хочу. А кто тебя спрашивает? Мент заезжий. Думаешь, я тебя боюсь? Нет, не думаю. Так, в последний раз говорю. По-хорошему. Иди отсюда. Дима, не заводись. Не встревай! Давай выйдем! Не хочу. Боишься? Нет, не боюсь, просто не хочу. Да я сейчас тебе по морде надаю. Не уверен. Смотри, дерусь. О, боже. Разрешите? Немедленно уходите отсюда оба. Отпустите, пожалуйста. Быстро отпустите его. Что вы стоите? Спокойно. Спокойствие, граждане. Я уже его отпускаю. Димка, Димка! Андрюха, пусти! Успокойся! А еще друг называется! Ты за кого? Он за козел! Димка, успокойся! Немедленно покиньте заведение! Почему? Это не я затеял драку. Алексей Сергеевич? Добрый вечер, Валик. Гражданин затеял драку. Это неправда. Но вы же все видели. Ну что вы стоите? Арестуйте его! Что будем делать, Алексей Сергеевич? Действовать по инструкции. Если есть заявление потерпевших, а тем более свидетели, вы обязаны задержать меня до выяснения обстоятельств дела. Клавдия Ивановна, кто будет писать заявление на гражданина Малахова? На кого? На Малахова Алексея Сергеевича. Я могу написать. Я видела, как он Диме, нашему водителю, руку крутил. Женя, подожди. Заявления не будет. Я думаю, что инцидент исчерпан. Господа, прошу разойтись. Вечер продолжается, господа. Но... Женя, инцидент исчерпан. Уважаемые дамы, господа, прошу проходить в зал. Я никого не хотел обидеть. Правда. Тем более Диму. Прошу вас. Вы, наверное, совсем не помните. А чего же помню? Мы вас вчера случайно водой из лужи окатили. Я думала, моих извинений будет достаточно. Да я не об этом. А я об этом. Еще раз тронешь Димку, будешь иметь дело со мной.
Здесь никого нет. Клавдия Ивановна, это я, Варвара. Варвара, зайди в другой раз, я занята. Клавдия Ивановна, я на минутку. Откройте, пожалуйста, очень нужно. Клавдия Ивановна, мой Димка опять накуролесил. Простите его еще раз, ради бога. Он ведь хороший парень, только вспыльчивый очень. Я знаю, Варвара, знаю. Но все обошлось. Я потом с ним поговорю. Еще что-нибудь? Что с вами, Клавдия Ивановна? А что со мной? Вы же водку не пьете. А ничего другого не было. Худо мне, Варварушка. Заболели? Хуже. Обанкротились. Хуже. Мой Иван Петрович говорит, что хуже ничего быть не может. Дурак твой, Петрович. Хочешь? Хочу. За любовь. Будь она неладна. Ничего. Забирает? Ага. С непривычки. Закусить бы. А правда, чего это мы тут, а? Пойдем куда-нибудь. Больно? Ничего. Увижу этого козла, башку ему оторву. Зачем? Чтоб знал. А если он тебя оторвет? А мне за что? Так не крутись. Я им по-хорошему говорил. Вали отсюда. Он сам виноват. Так это... Ты первый драку затеял? Опять? Так получилось. Он мне не понравился. Ой, осторожней. А я думала... Странно. Что ты думала? Ничего. Сейчас пластырь приклею, будешь как новенький. М? Женя. А? Женечка. Что? Знаешь, как я тебя люблю? Я тоже тебя очень люблю. Ты мой лучший друг. Ты как брат. Я не хочу как брат. Ну, а я не хочу по-другому. Все будет хорошо. Больно? Нет. Добрый вечер, ребятки. Стучаться надо. С тобой, хулиган, я потом поговорю. Женечка, где Клавдия? Не знаешь, мне подписать нужно там накладные на детали. Не знаю. Может быть, в кабинете? В кабинете ее нет. Дима, твоя мать где? Это я у тебя должен спрашивать. Дома ее нет. На кухне тоже. Странно. Очень странно. Всю жизнь мне испортил этот прокурор. Сухарь в погонах. Как же так, Клавочка Ивановна? Ведь любовь у вас была. Была. Он когда в область перевелся, сразу отпуск взял.
месяц в моем у моря. Как это было красиво. За море. А потом он мне предложение сделал. Выходи, говорит, за меня замуж. А вы? Я согласилась. А он? А он говорит, бросай, говорит, здесь все и переезжай ко мне. А вы? Я говорю, как я тут все брошу? Это дело всей моей жизни. Давай я перееду, но бросать не буду. А он? А он? А он говорит мне, выбирай, любимая, или я, или казино. А вы? Я год выбирала, потом еще три, потом еще. А он ждал. А вы? А я? А я теперь тут сижу. И я тут. Петрович на мне жениться не хочет. Почему? А говорит, свободный мужчина в свободной стране. За страну. Мама? Нифига себе. А что? Мы очень культурно. На литературной газете. Одежа, это уже полдела. Переодеваемся быстро. Все, вперед. Один. Как перст? Пожевать есть что? Найдется. Алло? Добрый вечер. Извините, что поздно беспокою. Павло, можно к телефону? Павлуша? Что? Тебя к телефону. Так поздно, а кто это? Не знаю, междугородний звонок. Алло, Борецкий слушает. Балашов
Здравствуйте, капитан Борецкий. Забыл меня. 10 лет не виделись, не слышались. Хоть бы весточку мне на зону прислал. Неужели совсем забыл меня, Павлуша? Вспоминай, дорогой, вспоминай. Я тебе помогу вспомнить. Алёша, завтракать будешь? Нет, спасибо, тётя Вер. Только кофе, я спешу. Чего надо? Хозяйка дома? Интересно, и кто умер? Господь с вами. Почему умер? Последний раз я столько цветов видела на похоронах губернатора. Никто не умер. Наоборот, родился новый человек. Это я. Клавдия Ивановна, разрешите войти? Ну, ходите, раз пришли. Ну, здравствуйте, господин Рыков. Ой, какое у вас ко мне дело, Василий Николаевич? Это вам, Клавдия Ивановна. И прошу вас, называйте меня просто Василий. Ну, тогда уж совсем просто. Вася. Не возражаю. Тем более, что когда наши отношения достаточно разовьются, именно так вы меня и будете называть. Отношения достаточно разовьются? Достаточно для чего? Для того, чтобы вы и я были вместе. Мне кажется, это любовь. А вы что думаете? Я думаю, вы редкий нахал, Вася. Ты даже себе не представляешь, какой. Василий Николаевич, пойдемте лучше чаю попьем. Ну, пожарник, и когда твой приятель приедет? Обещал сегодня утром. Скоро будет, наверное. У нас на зоне телевизор лучше показывал. Ни хрена ж не видно! Телевизор старый, другого не имею. Чё показывают? Фильм про Санта-Клауса. У, сволочь иностранная. Ненавижу! За что? Я когда маленький в детдоме жил, каждый год ему письма писал. Хоть какой-то подарок просил прислать, а он мне во! Надо было нашему Деду Морозу написать. Ты нашего Деда Мороза видел? Он же малограмотный. Ему писать бесполезно. Он, конечно, добрый, но бедный. Карамельки нам присылал на Новый год. А Санта-Клаус не жилец. Встречу убью. Ты чего? Купился. Шутник. Thank you.
приехал, приятель мой. Один? Один. Почему не заходит? Не знаю. Выйди к нему. Если что, крикни. Мы поймем. Ну, здравствуй, Павлуша. Ты смотри, совсем не изменился. Хорошо выглядишь. А ты хреново. Так я не в санатории был. Я 10 лет на зоне лямку тянул. За двоих. Да, машина новая. У тебя, наверное, зарплата хорошая. Давай к делу. Чего тебе надо? Денег? Ну, дам немного. Подъемное, так сказать. И все. И не звони мне больше, понял? А ты дурак, Павлуша? А ты умный. А я умный. Ха, если ты такой умный, что ты такой облезлый, а? Нервничайте, капитан Борецкий. И правильно делаете. Потому что срок нашего с вами совместного преступления еще не истек. Я отсидел, а ты нет. Какая же ты сволочь. Правильно, это шантаж. Почему ты не сдох в колонии? Почему? У меня теперь другая жизнь. Я бросил пить, я ушел из органов. У меня другая работа, у меня все наладилось. И вдруг бац, явился. А не докажешь. 10 лет прошло, ничего не докажешь. А знаешь что? А я тебя убью. Придолбался сюда на тартайке, фраер! Убью, говорит, кому? Мне, урке! Нет, Павлуша, это не я! Это ты, Санта-Клаус, не желез и братец! Не желез! Совсем свихнулся. Ох, насмешил. Ладно. Ты руководишь охраной в банке, как бишь его, Армада. Что? Счастье тебе привалило, бывший мент. Мы предлагаем тебе дело. Выгодное, верное. Ты нам помогаешь, мы тебя отпускаем. Живым, здоровым и с деньгами. Очень хорошими бабками. А не помогаешь, гоплы к тебе. Или сдам тебя правосудию, или еще проще на тот свет. Мы люди серьезные. Какое дело? Верняк. А кто это мы? Ну как он теперь? Вижу. А по-моему симпатичный. Смешной? Ну, только что смешной. Надо, чтобы посерьезнее был, да денег побольше. У Рыкова деньги есть. Рыков кто? Банкир. Mm-hmm. А банки чьи деньги? Правильно, чужие. Балаболка этот Рыков. Какой мужчина? Целый грузовик цветов. Ну, а толку-то? Засохнут будет грузовик мусора. Вот я бы аккуратненько, по букетикам и на базар. А вы мне, Иван Петрович, таких цветов никогда не дарили. Я тебе лучше дарил. Я тебе вот такой фикус подарил. Вот в таком горшке. Спасибо. Я поливаю. О, этот с цветами. У тебя что, Клавдия, сегодня приемный день, что ли? Доброе утро. Казино работает круглосуточно. Желаете играть? Спасибо. В другой раз. Чай, кофе или, может, 100 грамм? Какие люди. И в такую рань. Не заводись. Когда это я заводился? Здравствуй, Дима. Я могу видеть Женю? По какому вопросу? По личному. Почему не за столом, а? Быстро по местам и заканчивайте тут. Дима,
Почему ты не в гараже? Я кофе пью. Так, уже не пьешь. Работать. Доброе утро. Здравствуйте, Клавдия Ивановна. Вот, пришел поздороваться. А он теперь каждое утро будет заходить здороваться, а вечером заходить прощаться. Так ты еще здесь? Я сказал, в гараж. Вы надолго к нам, Алексей Сергеевич? Как сложится. Я приехал работать. Вы, кажется, лет 10 здесь не были. Ну как, изменился город? Город, да. А вы нет. Спасибо. Как поживает ваша бабушка? Хорошо. Кстати, она вам привет передавала. Бабушка? Спасибо. Ей тоже. Женя сказала, что не выйдет. Она занята. Ха! Так, ты что здесь делаешь? В гараж иду. Это вам, Клавдия Ивановна. Спасибо. До свидания. Ах, похож на батю. Здравствуй, Серафима. Вот, я про этих ребят говорил. Надо взять на квартиру. Командировочные? Вроде того. Проходите в комнату. Ну, я пошел. Подожди. Ну, ты совсем забыл меня, Павлуша. Успокойся. Давно не приходил ко мне. Я старая, да? Потом это все. Потом. Когда потом? Я позвоню. Смотри, чтобы квартирантам удобно было. И тихо, Серафима, тихо. А это правда, что вы учительница? Бывшая. Когда-то я руководила Горано. У вас столько книжек. Любишь читать, мальчик? Не знаю. Не пробовал. Идемте. Я покажу вам вашу комнату. Большое доверие – это большая ответственность. Прошу довести до каждого сотрудника ваших департаментов. Малейшая небрежность, и все будут уволены. Господин Борецкий, дополнительно согласуйте ваши действия с милицией. Теперь мы будем сотрудничать с ними теснее. Но именно вы отвечаете за безопасность транспортировки наличных средств. Они будут осуществляться по строгому графику. Инструкции получите позже. Вопросы? Нет. Нет. Все свободны. Аня, цветы в казино отправили? Еще полчаса назад. Хорошо. Бабуль, почем картошка? По 10. Почему по 10? На прошлой неделе было по 7,5. Так то на той неделе. Нормально. Это ж последняя картошка. Молодой еще нет. Вы смотрите, какая картошка. Ну, берите. По 10 недорого. Бабуля, это не вопрос денег, это вопрос принципа. Вот в том ряду картошка по 8. Нормально, Клавдия Ивановна. В том ряду она проросшая вся. Лучше здесь. Разбирается дамочка. Варвара, ты что, рекламным агентом у этой бабки подрабатываешь, а? Ты сосредоточься. Мам, ты как Петрович, ей-богу. Мало того, что на рынок сама ходишь, так еще и торгуешься. Ну, какая разница, по 10, по 8. Да Петрович, между прочим, не дурак.
И когда он говорит, что копейка рубль бережет, это он правильно говорит. Это не он говорит, а народная мудрость. Народ тоже не дурак. Хорошо. Народ не дурак, Петрович не дурак. Мам, ну забирай картошку, пойдем отсюда. Что случилось, Варвара? Что с тобой? Ой, горе-то какое. Ну что ж так убиваться-то? Да берите вы эту клятую картошку по 8! Да погодите вы. Говорите, Петрович умный, значит, я дура. Он меня почти не замечает. Раньше просто не хотел жениться, а теперь совсем. Вот так пропадают лучшие люди. Всем немедленно успокоиться. Проблему будем решать в комплексе. Бабуля, картошку мы вашу берем всю, по 10. Женя, скажи водителю, пусть загружает. Варвара, наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Клепаков, когда в милицию звонят и кричат «убивают», что это значит? Что готовится преступление? Это значит, надо задницу от стула отодрать и бегом выезжать на вызов. Это вы про вчера, товарищ полковник. Так это ж Ванятки. У них каждый день скандалы. Ванятки чуть что сразу в милицию звонит. А куда еще звонить? В Священный Синод? Внимательней надо к народу быть. Понимать надо нужды народа. Ты бы лучше послал к Ваняткиным человека своего. Он бы напугал его как следует, этого алкаша. Вот тогда и толк был бы. А то у вас показатели по раскрытию преступления растут, а преступление меньше не становится. Почему? А потому что профилактика плохо поставлена. Разрешите? Что? Срочная ориентировка. Давайте. Идите. Угу. Вот, товарищи, поступила информация. Из мест заключения 3 дня назад сбежал особо опасный рецидивист Рыжов. Тот самый? Тот самый. С ним некто Бобров по кличке Жора. Характеризуется как опасный и циничный преступник. Молодой, но уже отпетый негодяй. Когда женщина кладет одну ногу на другую в области колена, она просто сидит так, как ей удобно. Но чем ближе к верхней части бедра скрещены ее ноги, тем больше интерес она вызывает у мужчин. К тому же такое положение ног автоматически придает ее позвоночнику нужный изгиб. Уселась? Ну как? Изгиб есть. Но выглядишь ты, как девушка, нетяжелого поведения. А как нужно выглядеть? Как директор библиотеки? В принципе, тут все правильно написано, Варвара. Дочитала я эту книжку, Клавдия Ивановна. И разные другие. В журнале, рубрика «Как вернуть любимого». Всегда читаю. И вырезки делаю, и в тетрадку вклеиваю. Показать. Потом. Дальше. Любимый у нас Петрович. Да, тяжелый случай. Читаем дальше. Вот слова, приводящие в действие ваш внутренний магнит. Мужчины восхитительны. Повторяйте эти слова постоянно, и вы начнете излучать энергию этих слов. Вы станете для мужчин магнитом непреодолимой силы. Мужчины восхитительны. Мужчины восхитительны. Мужчины восхитительны. Восхитительны. Петрович. Восхитителен. Петрович. Восхитителен! Клавдия, слушай, я Митсубиси поставил на профилактику, пока будешь ездить на джипе, ясно? А что вы тут делаете?
Петрович, ты восхитителен! Да чего ж вы, женщины, существа глупые? На сегодня все, товарищи. Идите работать. Лейтенант Малахов, задержитесь. Ну как ты, Алёш? Нормально? Привыкаешь? Уже привык. Молодец, я вижу, стараешься. Бате-то своему пишешь? Конечно. На e-mail. Куда? По электронной почте, через компьютер. Слушай, Алёша, задание тебе хочу поручить. Задание ответственное. Ты про стройку века ведь знаешь? Ликёроводочный? Конечно, знаю. И ликёроводочный, и новая дорога. Деньги там крутятся огромные. А в акционерах самые влиятельные люди нашего района и области. Короче, вот они у меня уже где, в самых почках. В общем, товарищ лейтенант, будешь за главного. Поручаю тебе эту стройку и этих акционеров. Есть. Ты парень умный, главное, образованный. С компьютером переписываешься. Ты им понравишься. Серафима Антоновна, что же это вы сами такую тяжесть носите? Здравствуйте. Добрый день. Гости к вам приехали, почему не помогут? А, Серафима Антоновна, а кто приехал-то? Двоюродный брат с племянником. Вы не понимаете. Деньги грузят в бронированную машину. В банке есть внутренний двор. Туда и загоняют машину при погрузке. Машину сопровождают 3 охранника. Один возле водителя, 2 в фургоне с деньгами. И так до самого места. Они по дороге не останавливаются? Никогда. Ну, только в городе, на светофорах. Когда бабки на место доставляют, там их кто принимает? Ну, как когда, если зарплату на стройку, там кассиры, охрана местная, или наличные под расчет куда-нибудь, там тоже. От кого зависит, кто в охране будет? Ну, от меня, если вохр. Но менты своих присылают. Всегда? Всегда. У банка с ними договор, Рыков наш директор над этими бабками трясется. В этом акционерном обществе все самые влиятельные люди. А кто самый влиятельный? Ну, есть люди. И наша общая знакомая тоже. Это кто? Есть тут одна, весь игорный бизнес в городе держит. Рестораны, гостиницы. Вот он знает. Страшная баба. Хуже заразы. У меня с ней старые счеты. Ты чего тут? Вот, из магазина пришла. Так иди на кухню, помочь. Спасибо. Ты мне уже помог. Ну что там? Ничего. Так что решаем? Уже решили. Будем кассу брать. Только покумекать еще надо. И в городе смотреться пора. Где у вас тут пуп земли? На всю сумму, пожалуйста. Ставки на бэс. Обмен одной карты.
Запуск 22-го. Пожалуйста, Рашистан. Ваш кофе. Привет, как дела? Привет. Угу, иду. Привет. Ты местный? Ну. Слушай, ты не знаешь, где у вас в городе можно для девятки запчасти недорого найти? Знаю, конечно. Есть места. Меня Вить зовут. Дима, присаживайся. Ты приезжий? Ага, в командировке. На строительство. В общем, да. Сейчас все либо на строительство, либо поразвлечься. Мощное заведение. На московском уровне. А ты что, из Москвы? Оттуда. А с машиной что? С какой машиной? С девяткой. Ну, тебе запчасти нужны. А, это не для меня. Это у моего директора. С рулем что-то на скоростях. Балансировку проверить надо. Разбираешься? Я автомеханик. С детства в машинах копаюсь. Супер. А водить умеешь? А то. Я тут главным, заместителем главного водителя работаю. Наш Завгар Петрович так и говорит, без тебя, Димка, как без рук. Уважаю. А я, знаешь, плохо вожу. Автолюбитель. Ну, ничего-ничего. Ты знаешь, я так редко общаюсь с классными пилотами. Давай я тебя угощу. Ладно. Только пивка. Может, чем-нибудь покрепче. Я ж завтра за рулем. А хотя... Давай постой и все. Пожалуйста. Спасибо за игру, смена дилера. Добрый вечер. Ой. Видишь, хозяйка наша. Красивая. Выдающегося ума баба... женщина. Это все ее. Здравствуйте. Не устаю вами любоваться, Клавдия. И не надоело вам, Василий Николаевич? Василий. И не надоело вам просиживать тут все вечера? Я упрямый. Я вижу. А это рядом хахаль ее? Да ходит тут. Банкир. Денег у него немерено. Ну, правильно. Бабки к бабкам. Будете покупать икру? Посмотри. Куда ни плюнь, везде деньги. Каждый день проигрывают. Тысячи. Вы выиграли? Было бы у меня столько бабок, я бы... Что? Ничего. Давай выпьем. Давай. Где это, блин, фотомодель? Так. Ты что делаешь, а? Ой, это вы, Иван Петрович? А я не заметила. А как вы думаете, что я делаю? С ума сходишь? Не угадали. Я посуду мою. В этом платье вот? Нравится. Сколько стоит? Ой, все деньги. В каком смысле? А что это вы нервничаете? Свои деньги платила, не чужие. Я женщина самостоятельная, зарабатываю. Мне хватает и на платье, и на другую личную жизнь. А я чего? Я ничего. Я наблюдаю за твоим карьерным ростом. Начинала как простая посудомойка, а закончила вот, пожалуйста, оператор механической мойки посуды. Ты шляпу купи себе еще! Крутой станешь, рядом не встанешь. Мужчины восхитительны. Бляха-муха! А я иду на обгон. Догоняю, подсекаю, и в дамках этот поц на Тойоте психует, сигналит, а я-то уже далеко. Круто. Правильно. И нечего было борзеть с московскими номерами. Нечего было. А зарплата у тебя хорошая?
Нормальная. Хотя, конечно, не так, чтобы... Да, девушки, они богатых любят. Что ты имеешь в виду? Правда жизни. Удачи. Добрый вечер, господа. Давай еще по одной. Дим, мне кажется, тебе уже хватит. О, Жень пришла. Привет. Познакомься, это мой самый лучший друг Витя. Он из Москвы. Витя, это Женя. Самая красивая девушка в СНГ. Очень приятно. А вы действительно очень красивые. Прекрати надираться. Она все время меня воспитывает. И правильно. Воспитывай меня. Ой! Вадик, не наливай ему больше. Все, ребята, лавочка закрывается. Женька, ты ставишь меня в очень неудобное положение перед моим другом. Он подумает, что мы тут дикие дикари. Никаких проблем. Я тут видел хороший ресторанчик. Пойдем? Пойдем. Кофе мне, пожалуйста. Хорошо. Она с нами не хочет. Пойдем. Чисто мужской компании. Пойдем. Господа, номер 27. Добрый вечер, Женя. Здравствуйте. Благодарю вас. Ставок больше нет. Я сегодня проходил мимо нашей школы. Не пойму, ее перекрасили в другой цвет? Да. 2 года назад, перед моим выпускным, была желтая, стала зеленая. Вам нравится? Да, я люблю перемены. А вы? 17, Коннорсплит. Я тоже. Вас Алеша зовут? Я не сразу вас вспомнила. Кажется, прошло 100 лет. Только 10. Целых 10. А что у нас в городе еще перекрасили? Вам надо устроить большую экскурсию по городу. Согласен. Только если эту экскурсию проведете вы. Жень, когда вы заканчиваете работу? Я уже освободилась. Тогда можно я провожу вас домой? Нельзя. Я просто живу в этом здании. Мне всего лишь нужно пройти вон через ту дверь. 31. Очень жаль. Но можно просто подышать свежим воздухом. Пойдемте. Больше нет, есть только вы и я. Сирень в снегу нам больше не приснится. Казалось, из-под ног уйдет земля, но грусть светла и сердце будет биться. Казалось, из-под ног уйдет земля, но грусть светла, и сердце будет биться.
душе осталось прошлое тепло, осталась тень стареющего сада. За все, что было, не было, прошло. Спасибо вам, а больше вам не надо. За все, что было, не было, прошло. Спасибо вам, а большего не надо. Уход ваш тих, спасибо за уход, за дальний свет, за близкий шорох листьев. Казалось, сердце вздрогнет и умрет, но грусть светла, и сердце будет биться. Казалось, сердце вздрогнет и умрет, но грусть светла, и сердце будет биться. Почему не поем? Клавдия Ивановна, давайте эту. Скоро осень, за окнами август. Я сразу вспоминаю про квартальный отчет. Так, Евсей Аронович, дорогой, давайте перенесем все на завтра, на утро. Я что-то неважно себя чувствую. Может, врача? Нет, просто устала. Идите, я сама тут приберу. До свидания. До свидания. Яблоко от яблони упало недалеко. Закатилось под крышу дома моего. Ну, смотри, Сережа, если твой сын разобьет сердце моей дочери, как ты мое, ничего я не сделаю. Господи, спаси мою девочку от любви. Ты мне нравишься, Витя. Ты классный пацан. Ты тоже классный. Ты меня на своей машине покатаешь? Запросто. Хочешь прямо сейчас? Вот там мой, наш гараж. Завтра. А у тебя своя личная машина есть? Есть. Вот такой конь сам собрал своими руками. Ездит, как под Шумахером. Разгоняется 200 за 5 секунд. Меня тошнит. Давай я тебя домой отведу. Ты где живешь? Там. Кого не любят, ты говорил? Кто? Девушки. Богатых. Меня тошнит. Привет. Привет. У меня в колоде, если надо, может быть, 6 тузов. А у тебя? А у меня сколько захочу, столько и будет. Да. Молодежь впереди паровоза. Как вообще дела? Хорошо. У тебя? Нормально. Ну, оставь карту, когда я с тобой разговариваю. Что случилось? Ничего. Могу я просто пообщаться с дочерью?
Можешь. Давай общаться. Начинай. Мам, ты чего? Ты что, замуж собралась, что ли? Кто, я? Ты что? Боже упаси, за кого? Ну, не знаю. Ходят, всякие цветы дарят. Этот банкир, например, Рыков. Он тебе нравится? Нет. А тебе? Не знаю. Не путай меня, я не об этом хотела поговорить. Я о тебе хотела поговорить. Извини, мамочка. Алло. Да, я слушаю. Алёша, привет. Подожди. Мам, давай мы с тобой попозже поговорим. Я к тебе зайду, ладно? Алло, я здесь. Что ты говоришь? Клавдия, подслушивать нехорошо. Знаю, что делать. Сегодня вечером я работаю. Но могу освободиться пораньше, например, к полуночи. Бедная девочка. Освободиться пораньше, это к полуночи. Надо что-то делать. Давай, 11:30, договорились. Но ты знаешь, подожди меня за углом, хорошо? Не знаю, может быть, в парк сходим. Я тоже. Пока. Она тоже? Что тоже? Любит его или что? Надо что-то делать. Август, но лето по чуть-чуть сдает свои права. И скоро над рекой сверкнет багровый парус, и в пламени сгорит опавшая листва. Щемящую тоску в полях разносит ветер. За солнцем и теплом грачи уже в пути. И кажется, что нет печальнее на свете, чем слышать в летний день осеннее «прости». Не отпускай меня, пусть будет все как раньше. Не отдавай тепло и сентябрю не верь. Красивые слова полны осенней фальши, и мается душа в предчувствии потерь. Щемящую тоску в полях разносит ветер. За солнцем и теплом грачи уже в пути. И кажется, что нет печальнее на свете, чем слышать в летний день осеннее «прости». Не отпускай меня.